Чем газ лучше привычного бензина или дизтоплива и как работает газозаправочная станция? На эти вопросы теперь без труда ответят томские студенты и школьники. Они стали участниками Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче». К этому масштабному проекту Томск присоединяется уже второй год подряд. Десятиклассница Ольга Селезнева даже не думала, что сможет однажды оказаться за рулем спецтехники. Но сегодня это возможно. В распоряжении томских школьников и студентов оказались автомобили крупногабаритные и легковые, пассажирские и грузовые. Что их объединяет? У них под капотом шумит газовый мотор. Мне интересно, что в такой вообще газ и как его получают, как им заправляют машины. Я узнала, что перед тем, как поступить в газовую колонку, газ проходит 4 стадии очистки. Газозаправочная станция сегодня открывает для молодых исследователей то, что обычно скрыто от глаз обывателей. Здесь природный газ осушают, при помощи компрессора сжимают метан до 200 атмосфер и под высоким давлением заправляют им газовые баллоны автомобилистов. В Томске уже построены 4 такие заправки. Еще одна действует в Северске. В зависимости от загрузки станции мы включаем один компрессор или второй. Пиковые нагрузки работают 2 компрессора. Выставка передовой газомоторной техники и экскурсия по газозаправочной станции – это часть Всероссийского фестиваля энергосбережения «Вместе ярче». Он проводится при поддержке Минэнерго, Федерального агентства по делам молодежи и Министерства образования и науки России. Второй год подряд в этом масштабном проекте активно участвуют и компании группы «Газпром». Сегодня думать о том, кто же завтра будет работать в этой отрасли, кто будет заниматься завтра развитием рынка газомоторного топлива – это, естественно, наши с вами дети, наше будущее – молодежь, которую нужно заинтересовать. И мы считаем, что это направление очень перспективное. Газомоторное топливо пользуется все большей популярностью. Метан как минимум в 3 раза дешевле обычного бензина и дизтоплива. К тому же это самое экологически чистое и безопасное топливо. В публичном акционерном обществе «Газпром» утверждают, что забота об окружающей среде – один из главных приоритетов компании, особенно в тех регионах, где она реализует свои проекты. Здесь же «Газпром Трансгаз Томск» ведет работу над созданием крупнейшей системы транспортировки газа на востоке России – «Сила Сибири», проектом, который реализуется в рамках Восточной газовой программы. Благодаря ей будут обеспечены поставки газа потребителям регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока на долгосрочную перспективу, а также организован новый мощный канал экспорта российского газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Елена Нечаева, Антон Сухушин, «Вести», Томск.